Всем огромный привет! Сегодня у нас на обзорчике такой медицинский препарат магний B6 в ампулах, растворчик. Здесь 10 ампул по 10 мл, стоил он 502 рубля. Так, здесь у нас состав в одной ампуле магния лактата, дигидрат, магния педалат, пиридоксин-гидрохлорид. Так, и он у нас с вишневым карамельным ароматизатором, чтобы было приятно пить. Вот, он для приема внутрь. Отпускается без рецепта. Так, и производит его Франция. Давайте мы откроем и посмотрим, что у нас тут лежит. Так, ну вот такие вот ампулки. Вот. Ну, как можно понять из названия, он восполняет дефицит магния. Вот, здесь показания к применению. И он назначают как и от нервов, так и от сердца, ну и вообще. Вот, любые недостатки магния. Итак, давайте теперь мы его примем. Значит, вот такие вот у нас ампулки. Написано магний B6, она запаяна с двух сторон. Пилка для нее не требуется. Она открывается очень просто, руками. Итак, нам нужно один кончик нашей ампулы взять и аккуратно отломить быстрым движением. Вот таким. С другой стороны, мы также быстрым движением отламываем кончик. И наше содержимое выливается в заранее подготовленную водичку. И получается такой раствор. И мы, так сказать, его выпиваем. Пьется легко, достаточно такой вкус. Ну, можно сказать, даже приятный. То есть детки могут выпить. И я не люблю пить таблетки, мне намного приятнее пить ампулы. Тем более, что они здесь лучше сохраняются, чем в таблетках. Это действующее вещество. Ну вот, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои обзоры. И пока, до новых встреч.